В лентах информагентств то и дело появляются сообщения об утонувших детях. По статистике МЧС, ежегодно в Пермском крае на воде гибнут порядка 15 несовершеннолетних. Помните, главное для любого родителя – научить свое чадо плавать. Если родители знают, что ребенок не умеет плавать, ну какая может быть вода? Какая может быть вода? Родители должны сделать все, чтобы ребенка плавать научить. Все равно на воду ведь пойдет. Все равно пойдет на воду. Идете на речку, возьмите с собой обычную английскую булавку. Она поможет, если в воде начнутся судороги. Если же свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу, плывите к берегу. Если нет сил, перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь и зовите на помощь.